Сегодня у нас 29 июля. Вот мы тут доделываем то, что возводили плотину. Такую небольшую, из которой вода пойдет. Вот Никита Андреевич камушки таскает. Юрич и Надь Тихонович подкидывают им камушки. Тут вот мы забили. Тут будет у нас жерди. Эта загородка будет от коров, чтобы они сюда не ломились. И здесь саму почву не дырявили копытами. Ну, Нестор, как ему понравилась эта работа. Не поднимай, катай только. Ему Игнатий Ильич дал послушание катать. Вот он старается. Давай, Нестор, старайся. Вот. Вот здесь вот у нас еще забили Коля докуда. Все это глина, солома. Сейчас камнями, чтобы это не вымыло все. А в камни будет вода ударяться и уходить туда. Никита Андреевич тоже понравилось, как Нестор катает. Давай, Нестор, давай. Может, подрастешь, так будешь потом в руках таскать. Чтоб не насаждаться. Это долго. Вот. Так вот у нас выглядит сверху. Сейчас покажем, как у нас выглядит снизу. Это отработка у меня еще стоит. Еще надо будет все эти колышки промазывать. Вот как наша плотина смотрится снизу. Вы бы снизу посмотрели, какое укрепление мы сделали тут. Отличное. Вот будет вода падать весной и ударяться об эти камни, чтобы почва не вымывала. Все. Вот ступенечки у нас тут специально подниматься. Место Андреевич почистил их. Это решили поднять уровень озера. Куда? Там. А выход у него только здесь. А выход высокий, тут вода попрет невозможно как. И чем кончится, тоже не знаю. Но, во всяком случае, на прополую не пойдет. Теперь надо подумать, как, чтобы всю глину не смыло. Хоть маленечко бы проложить тут какие-то камни. Она вода-то может прыгать будет по ним. Видишь, как сразу меняется картина. И там все камнем уложено. Это Игорь Барабаш привез. Наш это... Работа, без его работы ничего бы не значило. Вот это все оставить, а в эту яму все сено сносить и камушками придавить. И вот оно здесь будет, вот здесь, прямо в этой ямке. Угу. Я не успеваю, вас там сколько? Трое? А я один. Ты кидай туда, не носи, кидай, потом возьмешь. Намного много больше, чем спускайся. Только никого не ударь, просьба. Время разбрасывать, да, камни? Да, время собирать камни. Вот, вытащи камень. Вот. Там второй выглядит такой же. Нам надо большие камни. Темное такое.
волны так и идут вот так. Трошек один, вот идет вот этот третий, и на главный все сходятся. 50 метров расширяется метров до 30 и спускается на уровень, все ложки на уровень там, где вода течет. Ну что тут непонятно, то что это было ровное место, все соглашаются, приезжают, тут были профессора, были академики. Я говорю, ну какое происхождение этих лагов? Ну никто не знает, да как не знает-то? Ну вы верите, что это было ровно? Ну да, потому что ровно русло. Это русло рек такое бывает. А чтобы русло такой реки, надо много воды. Ну да, откуда она вода? Там вот, вот начинается, вот он ложок. Вот он начался. И дальше вон какой расширился. Какая вода? Вода, она ушла в землю, ее нету здесь. Где-то если течет, то там ну, от метра ширины, то обрывистая так. А это гладко, вот она как разглажена. От этого берега до того, это больше 100 метров. Надо считать и разглаженное. А там дальше бугор идет. А на бугре нигде ни лагов нету. И дальше туда идет. Теперь лага начнутся там. То есть это взгорье. Почему? Осталось так. Почему? Земля круглая. Круглая. И вот она видно, откуда как идет. А люди, которые поселялись, они сразу перегораживали. И вот и река. Весной тут только от этой. А снеговой воды. Это видео включается карману. Давай, ты помогайте туда. Надо быстро камень уложить. Ну все. Сено вот побольше наложите вот этот ряд. Володя, покажи им где. Вон около столба. И поближе сюда. А там еще ямка у нас осталась, да? А? Еще вон ямка без столба стоит. Столба осталась. Слава Христу.